составляющую внутри предприятия, ну, пройти скалу почти километр, это достаточно серьезная, тяжелая, большая работа, и, как коллеги сказали, инновация, но это дает возможность предприятию быть более эффективным. Вот устройство самого тоннеля, транспортировка руды по конвейеру, это в том числе, как я понимаю, и экономия внутренняя, да, потому что это вместо большегрузного транспорта, на самом деле важная составляющая для запуска всего комплекса.